Алиса улетает в облака, шарик, иди смотри быстрее, сейчас нырнет в облака. Это как спиннер, с ним можно делать разные трюки. Скажите пароль. Канал-Николь. Привет! Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет супер крутое видео. И мы будем сегодня вот этим огромным баллоном, который здесь внутри, надувать длинный шарик. Не просто длинный шарик, а это нереально длинный и огромный шар. Николь, ты знаешь, что этот шар 2,5 метра? Это один из самых длинных шаров в мире. Сейчас достану и покажу. Итак, смотрите, этот шар дотягивается отсюда от камеры и до Николь. Представляете? Это все один шарик. Кстати, друзья, попытка надуть такой шарик у нас уже была в Италии. Когда мы были в Италии, мы покупали там такой шар и пытались его надуть гелием. Не просто воздухом, а именно гелием для того, чтобы он улетел. Но в нем такой большой объем, что нам не хватило тогда газа. Просто не хватило газа в баллоне. И наш шарик, он взлетал и просто падал. Это было прикольно, мы его вот так, помнишь, перевязывали друг друга? Да, согласен, было прикольно, но сегодня мы взяли большой, здоровенный баллон. Смотрите, какой здоровенный в этот раз мы купили баллон. Огромный. Это все баллон с гелием. Здесь вот этот веселящий газ, смешной. Итак, друзья, вам в комментариях придется написать, как вы думаете, получится ли у нас, набрав... И не досматривать видео до конца, а сразу писать. Да, прямо сейчас ставьте на паузу. И напишите, сможем ли мы, набрав этот шарик, запустить его в небо? Получится? Или сам шар будет тяжелее, чем гелий, который внутри, и у нас не получится его запустить? Давайте сейчас вместе с вами это дело проверим. Готовы? Поехали! Итак, наш шар готов. Баллон готов. Спиннер готов. Спиннер готов. Николь готова. Ну что, поехали? Поехали! Так, вот это шарямба здоровенная. Так, теперь его надо, подожди, надо завязать. Итак, друзья, настал тот самый момент, когда нам нужно проверить, взлетит он или нет. Николь, держи его руками. Он взлетает, а как это он лежал так? А сейчас полетел, смотри. Вот эта колбаса у нас под потолком. Смотрите, какая здоровенная колбаса. Так, ну что, попробуем вынести его на улицу? Это летающий змей! У нас змея какая бегает по огороду, летает за нами. Итак, интересно, улетит он или нет? Причем так прикольно, смотрите, если его ставишь вот так, параллельно земле, то он просто аккуратно вот так вот держится, смотрите как. Смотрите, не улетает. Как только он переворачивается вот так вверх, все, начинает как торпеда сразу взлетать, смотрите. Держи, держи. Я с ногой буду. Ага, смотри, сейчас бы улетел. Такая колбаса здоровенная. Так, это... Алисин червяк. Алиса и червяк называется. Опля. Не получится у тебя ничего. Та-та-та-та-та-та. Смотри, ля, он как кушает. Он кушает травку у тебя. Это червяк, кушающий травку. Все, полетел, полетел. Нет, не надо. Смотрите, он выше дома даже взлетает. Да, он зацепится сейчас там, зайка. Зацепится, вытягивая его оттуда. Давайте его уже отпускать. Ты хочешь отпустить его, чтобы он улетел? Так, ну тогда на Алис, бегай за ножницами. Сейчас мы будем его отпускать. И он будет улетать вверх, высоко-высоко. А мы будем наблюдать, насколько высоко он сможет взлететь. Да? Ну что, ты готова? Будем отпускать его? Ну, надо желание загадать, ты помнишь? Зрители, вам прямо сейчас надо загадать желание для того, чтобы оно исполнилось. Оно вместе с шариком улетит. Все. И обязательно исполнится. Ну что, на раз, два, три? Мне кажется, желание одно и то же постоянно заказывает. Раз, два, три. Пока.
малыш. Полетел, смотри, смотри. Так, наш шар взлетает, давай, давай. И на крышу сейчас попадет. Нет, он прилетел, крышу. Прилетел, его там колбасит. Вот он, наш шарик летит. Смотрите, в облака улетает. Алиса, улетает в облака шарик, иди смотри быстрее. Сейчас нырнет в облака. Ну что, вы его видите? Далеко он? Да, далеко, сейчас уже залетает в облака, друзья. Залетает в облака, и ваше желание исполняется. Мам, хочу еще. Еще хочешь видео? Да. Так, ну ладно. Окей. У нас же еще целый баллон. Надо с ним что-то придумать. Надо в этот шарик поразговаривать. Я думаю, эти шарики сильно маленькие. У меня есть для тебя кое-что получше. У меня есть для тебя и для наших зрителей огромный нереальный шар, который не лопается. Но этот шар достаточно сложно лопнуть, то есть его можно там таскать по-всякому. Лопнули, когда мама легла. Да, да, вот такой же шар мы наливали водой. Кстати, друзья, скоро у нас будет видео, где мы вот такой только огромный шар наливаем водой. Ждите, на днях буквально будет. Николь, давай с тобой будем пробовать надувать. Смотрите, я достал этот шарик. Он реально очень большой, но я, честно говоря, не знаю, как будет возможно его надуть с баллона, потому что этот мячик надувается реальным насосом. Ну, давайте попробуем, я надеюсь, что все получится. Ах, не взлетает, ну, что же это такое? Зато смотрите, какой он легкий. Смотри, Николь, его чуть-чуть подбрасываешь, и он моментально взлетает, смотри. Смотри. Друзья, он реально стал такой легкий. Смотрите, он еле опускается. Я думаю, что если бы мы еще немного его раздули гелием, то вполне вероятно, он бы взлетел. Ля-ля, он держится наверху вообще. Прикольно. Что будет, если гелием надуть большой шар? Бэм-бэм. Вы знаете, что его на улицу нельзя выносить, потому что его ветром сразу унесет? В общем, нам этого одного большого баллона хватило на вот этот шар и на длинный шар. Сейчас я вам покажу НЛО. Это как спиннер, с ним можно делать разные трюки. Смотри, НЛО! У нас дома. А теперь так. Играя в пас. У кого мячик задержится на одну секунду, тот проиграл. Николь бросила, это Николь не бросила. Это Николь была вторая. Мячик в 5 раз больше, чем Алиса. Так, сейчас сносим Николь. Готово? Теперь игра. Итак, Алиса, ты готова? Поехали! Тулим в Николь. Николь, руки по швам. Заряжаю мяч на бросок. Поехали! Хача! Так, давайте играем в игру. Какую? У кого он дольше продержится в воздухе? Вот
Отпустили руки и начинаем считать, пока он не упадет до пола. А, и выиграл кого дольше? Да, выиграл кого дольше. Кто первый? Я! Я! Да, Алиса первая. Алиса, выбирай самокат. Это будет сейчас микро-челлендж. Раз, два, три. Три секунды. Алиса смогла продержать 3 секунды. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8. Теперь папа бросает. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так же, как и у Николь. Николь, мы с тобой перебрасываем. Раз, два, три, 4, 5. Теперь я. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Папа победил. Вау, вау, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Я выиграла. Николь выигрывает со счетом 34-8. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте пальцы вверх. Конечно, поделитесь этим видео с друзьями. Где надо поделиться с друзьями? ВК, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Plus. Да, и обязательно подписывайтесь на Инстаграм Николь и Инстаграм Алисы, который мы недавно создали. Ссылки на них будут в описании. Переходите, подписывайтесь. И... скажите пароль! До завтра, Николь! Пока-п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 ока!